Внесено в ЕРДР 131 преступление, из них раскрыто 23. Совершено 10 грабежей, 1 раскрыт, 64 кражи. С остатка раскрыто 2 грабежа, 1 разбой. По Жатневому району 30.05.17.05, находясь на первом этаже 2 подъезда дома 4 по улице 9 авиадивизии, неизвестный преступник путем рывка открыто завладел сумкой с деньгами. Приметы преступника. Мужчина на вид 27 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. На верхушке залысины, рост 170 см, на волосах солнцезащитные очки. Был одет в черные спортивные брюки, спортивный ватник черного цвета. 1.06.10.20, находясь у дома 165 по проспекту Металлуров, неизвестный преступник открыто путем рывка завладел золотой цепочкой. Приметы преступника. 40-45 лет, рост 80-185 см, плотного телосложения. Работники ГАИ, тщательная проверка автотранспорта. Обращать внимание на автотранспорт без номерных знаков. При этом строго соблюдать меры личной безопасности. При выявлении правонарушений, совершенных военнослужащими, принимать немедленные меры к их пресечению и задержанию правонарушителей. Немедленно докладывать дежурную часть районных отделов для последующего информирования представителей военной комендатуры.